Здорово, подписата! Сегодня будем обзор, как и обещал, волгоградского мороженого. Там штучек 5 нашел, какие-то ближайшие. Не ездил так, в ближайшем магазине. Нашел именно волгоградский. Среди них есть мое самое любимое. Это вот. Сыну предложил, он говорит, я не хочу. Он не любит мороженое. Свое ест. Мороженое, такие ему не нужны. Ну, в общем, по половинке, но заценим. Просто все 5 не влезет мне. Давайте начнем. Вот это, кстати, мороженое. Самое дешевое вообще, за 9 рублей. Когда-то оно лет... Старые подписчики, которые еще смотрели меня со времен МД, вот это, когда я там про женщину рассказывал, вот там был ролик, за который мне страйк прилетел. Вот тогда я рассказал, что там... ладно. Вот тогда она ела вот это мороженое. Тогда она стоила 5 рублей. Ну, кто смотрел те ролики... то он в теме. Ладно, давайте пробовать. Вот это «Рождение сказки», мне оно более-менее как-то заходило раньше. Ну-ка, лопнем. Вот так оно выглядит. Вот так выглядит. Так вот. Холодновато. Надо сказать, как называется-то. Уже выкинули, да? А, называется «Рождение сказки». Вот такая обертка. Вот. Значок ВЛГ. Ну, Волга мясо Молторг. Короче, вот это 9 рублей, остальные все как-то одна цена у них. 34, 37, 39, но не больше 39 в покупке. Ладно. Следующий. Давайте самое типа невкусное, самое дешевое заценим. А то последнее заценивать дешевое, херня будет. Ну-ка. Вот так он выглядит. Ну, видно, что 9 рублей, да? Ну-ка. А может, он вкусный, а? Как тебя съесть, блядь? Ой, блядь. Оно вообще развалилось. Ну, да. Сразу видно, что 9 рублей. Жесть. До свидания. Это сразу. Не, ну, на любительное. Запомнили, да? Вот это не надо покупать. Звонкий ручеек. Раньше еще такое же было, снежный вальс, просто они поменяли название. Вот эти два топчика. Это, то есть вот это на первом месте, это на втором месте. Мы их напоследок оставим. Вот это, кстати, я, по-моему, сам не ел. Волгоградское мороженое. Ну-ка. Заценим.
Так, сделаем надрез. Как лучше, вот так? О, прикольно. Глянь, изнутри тема какая красивая. Прям промазано. Ну-ка. Вкусная, ребят. Вот это тоже есть можно. Прикольно. Мне понравилось, я просто до этого не ел ее. Прикольно. Можно есть. Так. Едим мороженое, которое на втором месте у меня. Ну, у кого-то на первом, но мне больше таежная были, мне оно больше прикалывало всегда. Я ее всегда по молодости ел, лет 20 назад. То есть красавцы еще делают ее. Блять, упала, сука. То есть это эскимо, но она просто мне, когда я с магаза ее ставил, она у меня рухнула, упала. Смотрите, ну вообще она вкусная. Давай вывалим ее. Ну так прикольно, да? Есть можно. Но следите за фигурой. Ну и давайте. В моем рейтинге она самая вкусная. Вот она, просто только. Мы ее даже целиком захаваем, наверное. Вот так она выглядит. Сыну я ее давал, ему не нравится. Не знаю, мне очень нравится. Называется таежная быль. Будете в Волгограде, ее попробуйте. Ну, не знаю, на любителя. Сыну, видишь, ну, сын больше фруктовый любит. Он фруктовый лед сегодня тоже пошли, он фруктовый лед хавал. Какой-то необычное. Не знаю. Я попробовал, вроде ничего. Реально, 20 лет назад я его ел. Причем постоянно. Чуть ли не каждый день. Ну, не один там, с девушками когда дружил. Не знаю, до сих пор люблю его. Просто вот пиво я не забываю покупать, а мороженое забываю.
Ну что, 10 минут, пора выключать. Максимальное время, самое нормальное. Всем добра, кушайте мороженое, и будет вам счастье.